с корячку стоит и ест. Вчера утром я у него ночевал. А что, с ним что-то случилось? Вы понимаете, его мертвого вчера нашли. Мне очень жаль. Виноград. Но зеленый был. Заказ доставили по всей форме. Клиентка просто рыдала от счастья. Сейчас захмели. Александр, не зачет он. Сейчас мы пьяные мышь. А как Антона убили? Да мы выясним. А кто вот это? Это Олег Анатольевич. Он у нас заместитель директора. Да? А почему же он вам помогает товар развозить? Ну, у нас маленький коллектив. Вот мы приходим все совмещать. А кто вот с этими... Андрей Дружкин? Да. А, это Андрей Рожкин. Он у нас работает в Киеве.